реклама в магазине Victory Plus. Это огромного размера башмак на витрине. Люди, проходящие мимо, оглядываются, некоторые даже фотографируются. Говорят, при раскопках Великого Новгорода нашли башмак, сапог 50 с лишним какого-то размера. Но, судя по тому, что башмак нашли всего один, скорее всего, это тоже была реклама. И вот такая вот реклама до сих пор существует в Великом Новгороде. Ну и неплохо действует. Люди замечают ее.